Всем привет, с вами снова Иванос, и сегодняшний урок я бы хотел посвятить новичкам. А именно пояснить основные принципы компрессии по той простой причине, что новички зачастую пользуются компрессорами, не до конца понимая, как он работает. Сам таким был. Часть своих пояснений я также буду сопровождать аудиопримерами. И, пожалуй, для начала давайте-ка разберемся, что из себя представляет компрессор. Как многие из вас могут догадаться, компрессор — это устройство для сжатия динамического диапазона звукового сигнала или же, проще говоря, автоматический регулятор громкости. Для тех, кто не в курсе, также поясню, что из себя представляет динамический диапазон. Говоря простыми словами, динамический диапазон является разницей между самым высоким и самым низким уровнем звукового сигнала. То есть, если, к примеру, самый низкий уровень сигнала равен минус 50 дБ, а самый высокий минус 3 дБ, то динамический диапазон будет равняться 47 дБ. Компрессор же служит для уменьшения данной цифры за счет уменьшения верхнего значения уровня звукового сигнала, исходя из выбранных нами алгоритмов, при этом оставляя без изменения низкие уровни, в связи с чем разница между уровнями уменьшается. Также с помощью компрессии производится косметическая доработка различных сигналов. Ярчайшими примерами такой доработки является увеличение сустейна и придание щелкающего звука на ударных. На рынке существует бесчисленное множество плагинов для компрессии, а я же буду рассказывать все на примере стандартного лайвовского компрессора, потому что мы все-таки работаем в лайве, и я думаю, это будет проще для понимания. Ну а теперь пришла пора разобраться с тем, как все это работает. У нас имеется пороговый уровень, он же threshold, задающий уровень, при превышении входным сигналом которого происходит сжатие сигнала. То есть все, что ниже порога, остается неизменным, все, что выше, сжимается, а говоря более понятным языком, уменьшается по громкости, исходя из отношения, оно же ratio. Чем больше у нас ратио, тем круче идет уменьшение громкости сигнала. Ну и тут, в принципе, вступает в силу обыкновенная арифметика. При ратио, например, 4, сигнал выше порогового уровня сжимается примерно в 4 раза. Что в свою очередь говорит о том, что динамический диапазон как раз-таки тоже снижен за счет того, что мы сигнал с большей амплитудой уменьшили в 4 раза. И в итоге разница между самым тихим и самым громким сигналом уменьшилась. Также стоит отметить, что при ратио, направленном на бесконечность, наш компрессор превращается в обыкновенный лимитер, где лимит как раз-таки задает threshold. Далее перейдем к параметру под названием Gain Reduction. Данный параметр отображает, на сколько децибел происходит понижение сигнала при превышении порогового уровня. Причем, чем выше уровень сжимаемого сигнала, тем сильнее будет происходить сжатие и, соответственно, будет выше уровень сжатия в децибелах. Следующим параметром, интересующим нас, будет являться колено, оно же ни. В принципе, колено можно в какой-то степени сравнить с согибающими, или, говоря другими словами, энвелопами. Есть линейные огибающие, в которых нарастание сигнала происходит по линейному закону, или, проще говоря, постепенное нарастание по прямой линии. Или же есть синусоидальные и логарифмические, в которых нарастание сигнала происходит по несколько иному закону. Нечто похожее происходит и при компрессии. При колене, равном значению 0, компрессия происходит по линейному закону. А вот при максимальном колене, равном 18 дБ, тут уж не буду врать, по какому закону все происходит, но скажу точно, что колено становится мягче и срабатывание начинается чуть ниже уровня трешолда. А переход между сжатым и не сжатым сигналом происходит более плавно. Makeup gain. Makeup gain необходим нам для того, чтобы скомпенсировать снижение уровня сигнала
при компрессии при помощи поднятия общего уровня. Также не особо советую использовать автомейкап по той простой причине, что автоматическая стабилизация уровня происходит не всегда корректно, в связи с чем могут возникнуть нелинейные искажения. Да и выставлять уровни для AB сравнения гораздо удобнее без автомейкапа. Для тех, кто не в курсе, немного поясню суть AB сравнения. Вся фишка заключается в том, что мы выставляем уровни таким образом, что сигнал после компрессии звучит на таком же уровне, что и до. То есть мы имеем идентичные или близкие по пиковому значению сигналы с компрессией и без, что дает нам возможность более четко оценить деструктивность или полезность примененной компрессии. В данном случае я уже заранее выставил все параметры в целях экономии времени и прошу не обращать внимания на параметры трешхолда и ратио, потому как они по большей части выставлены для наглядности, а не для качества выходного сигнала. Дальнейшие несколько параметров будут рассмотрены нами на примерах. Первым параметром является атака. Итак, атака – это время, которое проходит между превышением порогового значения и моментом срабатывания компрессора. Параметр атаки зачастую выставляется в двух вариантах. Первое – это небольшое значение атаки, которое делает компрессию менее заметной по той причине, что компрессор срабатывает моментально, то есть весь сигнал, или практически весь сигнал, подвергается сжатию. Второе – это большое время атаки для подчеркивания слышимых переходных изменений, они же transients. Чаще всего данный прием используется на ударных для придания щелчка. Также уже давно появились специальные подвиды компрессоров, названные Transient Designers или Shapers. В принципе, название может быть любым, единственное, что в нем зачастую присутствует, как раз слово Transient. Данные плагины как раз таки собой и представляют своего рода компрессоры с длинным значением атаки. Теперь же перейдем к релизу. Релиз – это время, которое проходит между тем, как уровень входного сигнала упал ниже порога, и моментом, когда компрессор перестает ослаблять сигнал. Данный параметр используется также в различных вариантах. Первое – это смягчение пульсации за счет выставления релиза по темпу трека.
И второе – это усиление тихих участков, идущих сразу после переходных изменений, или же транзиентов, за счет уменьшения релиза. Также хочу отметить, что не стоит использовать данную технику в связке с мягким коленом, если не хотите, чтобы звук потерял свою агрессивность. Теперь же разберем алгоритмы компрессии. Первым у нас идет пик. И как можно догадаться из названия, данный алгоритм работает по принципу пикового компрессора. То есть компрессор реагирует на короткие пики сигнала. Ну и понятное дело, это совершенно не значит, что он не будет реагировать на равномерный сигнал выше порогового уровня. Данный алгоритм лучше всего подойдет для агрессивного сжатия на ударных. Под номером 2 у нас устроился RMS, который также в некоторых компрессорах называют электро. Данный алгоритм менее чувствителен к пиковым сигналам, в связи с чем компрессор не реагирует на очень короткие пиковые сигналы, а срабатывает лишь тогда, когда длительность пика становится более продолжительной по сравнению с пиковым алгоритмом. Данный алгоритм лучше всего подходит для задач сведения, по той простой причине, что ближе всего к нашей психоакустической модели восприятия громкости. И, наконец, опто, который имитирует поведение аналоговых компрессоров. При таком алгоритме время релиза увеличивается при приближении к уровню установленного трешолда. Данный алгоритм лучше всего подойдет для мягкой компрессии по причине своего нелинейного релиза. Теперь перейдем к моделям. Модели FF1 и FF2 являются feed-forward моделями, смысл которых заключается в анализе громкости входного сигнала до обработки. К сожалению, я не могу более точно пояснить принцип работы данных моделей по той причине, что сам еще не до конца разобрался с ними. А вводить вас в заблуждение я не горю с желанием. Лучше посоветую вам самим послушать, какие результаты дают данные модели. Модель FB является фидбэк-моделью, которая анализирует выходной сигнал после компрессии и впоследствии сама устанавливает политику сжатия. При применении фидбэк-компрессии получается более мягкий звук за счет снижения параметра Gain Reduction, а также снижается вероятность возникновения артефактов при перегрузке. Также хочу отметить, что данная модель также используется в большинстве железных компрессоров. На сайдчейн компрессии я решил не останавливаться, по той простой причине, что материала на данную тему и без меня полно в сети. Остановлюсь лишь на секции эквалайзера. Данная секция необходима, дабы сайдчейн компрессии осуществлялась в привязке к определенному частотному диапазону. То есть компрессия срабатывает в соответствии с определенным спектром частот сигнала сайдчейна, вместо полного входного сигнала. Это очень удобно при решении частотных конфликтов на стадии сведения. На этом я, пожалуй, закончу свой урок. Всегда буду рад вашим вопросам. Желаю вам хорошего настроения и высокой производительности центрального процессора в творчестве. С вами был Иван Ос, специально для звук.ру.